у нас было множество композиций, которые мы нашли в архивах. Вот Олег, в частности, нашел. Я, конечно же, знал их от своих, так сказать, учителей, от Александра Колпакова, ну и вообще, как бы, да, вот, так сказать, устной традиции. То, что мы взяли где-то из каких-то записей, то есть это была огромная работа проделана, и в конце концов мы решили записать. Там музыка звучит Александра Колпакова, замечательного гитариста Федора Канденко, этот цыганский виртуоз, один из немногих оставшихся вот сейчас. И музыка там Михаила Высоцкого звучит, да, музыка Николая Кручинина. Кручинина. То есть там вот все вот те выдающиеся музыканты, которые что-то сделали такое потрясающее для цыганской гитары.